Ну что, всем доброго дня. Сегодня у нас будет обучающее видео, наверное, для меня. Может быть, оно кому-то поможет из тех, кто будет заниматься этой машиной. Речь у нас пойдет о Ford Transit. Турбодизель 2.2. 16-й год. Наше руководство приобрели машину. Приобрели, как обычно, на аукционе. Но с поломкой. С поломкой двигателя. Заявлено, что якобы в одном из цилиндров нет компрессии. На пробеге 100 тысяч пропала компрессия в одном из цилиндров. Я сам загуглил и смотрел, как снимается мотор. И именно после поиска информации какой-то решили снять свое тоже. Может быть, бесполезное и видео, но может быть, кому-то, говорю, поможет. То есть все как-то вытаскивают, непонятно. Вытаскивается вот он вперед. То есть если у нас даже Ford Transit 2.4, все равно снимается панель спереди и вытаскивается, там есть видео, кто с коробкой снимает, кто без коробки. У нас стоит не вдоль, а 2.2 стоит поперек. Вот, сняли панель, в принципе, снялся он довольно легко. Может быть, это связано с тем, что пробег небольшой, и все болты, все открутилось, все штатное, никто здесь не лазил, то есть все отлично. Сразу обнаружили здесь, что у нас гудит очень сильно подшипник промежуточного вала, то есть это правый, будем его менять, машину будем делать для себя, сделаем тоже ее сами. В салоне вот прям все, тоже все шикарно, единственное, что немножко запачкали сиденья, так прям новая машина. Мотор сняли, сейчас будем разбирать. Когда-то, давным-давно, у меня был опыт, я снимал на Ford Transit 2.4, снимал головку. Газила выкидывал охлаждающую жидкость в этот. Мотор, в принципе, тот же самый. Поэтому, я думаю, разберемся. Первое, с чем столкнулся, это с проблемой вытащить, зацепить двигатель. Вот у нас есть крепление здесь. То есть, а второе, даже вот, то есть тут даже место есть под кронштейн. Но нет ни следов, ничего абсолютно того, чтобы кто-то там прикручивал. То есть такое ощущение, что его вообще там не было. Не знаю, кто его как снял. Открутили, сняли коробку. Коробка механическая с гидравлическим подшипником. Вот он, подшипнику выжимному конец будет меняться по сцеплению. Посмотрим, сразу проверять будет также всю ходовую, то есть тормозную часть. Сгружали с эвакуатора, не скатывалась машина, заклинил задний правый суппорт. Вот. Его пока там отсоединили, сняли, убрали в сторону. Разбираться будем потом. Здесь снято у нас, получается, форсуночки 4 штуки. Дело в том, что вчера его загнали, заводился он с полоборота, но работал неровно. Так как померить компрессию здесь через свечи накала довольно сложно, потому что нужно снять впускной коллектор, и только под коллектором находятся свечи накала. Через форсунки также можно замерить, но не стали, так как у нас есть эндоскоп. Эндоскоп, опять же, не каждый подходит. В основном камера на эндоскоп размером на 8 диаметр. Вот. Ну, купили сейчас новый, и он уже шестерка. Все опустили, проверили клапана, проверили хон, проверили все поршни. И в четвертом цилиндре мы увидели, что поршень лопнул вот так вдоль на две части. То есть теперь разберем и глянем, что там вообще с цилиндром. Почти разобрались, чтобы вытаскивать уже шатун с поршнем четвертый. В принципе, ничего сложного, все как бы. Но, опять же, ломать не строить, поэтому. Сейчас прокрутим на четвертый. Вот у нас. Так, в принципе, в двигателе везде все чистенько, хорошо. Вроде как вопросов нет у нас. Так, что тут у нас ешка? Какая ешка? Черт его знает. У корейцев нет ничего подобного. Не, ну если иногда сталкиваемся на форсунках. Визуально все вроде хорошо.
Что мы тут нашли? Нашли, вот считайте, на пробеге 100 тысяч. То есть комплект сцепления, ну кто-то его прям реально сжег, там сгорело. Маховик демпферный целый. Комплект сцепления, комплект ремень, ролики. То есть, ну, такое, то есть, как бы для ТО. По прокладочкам везде, по мотору везде все было сухо, все хорошо. Вот. Сальник коленвала в любом случае, там мягкая крышка идет, жестяная, на ГРМ. Там будем обязательно менять сальник коленвала. О, поршень даже сам ушел. Вот он, вкладыш в прекрасном состоянии. Ну, вкладыш, в отличие от корейцев, как фантик. Вообще очень-очень такой тонкий. То есть обычно это толстое что-то такое, но здесь вообще просто как фантик. Шатуны, смотрите, у нас ломанные. Здесь. Вот. В принципе, шейку перепутать не получится, потому что излом всегда свой, всегда разный. Коленчатый вал тоже вот, прям вообще зеркальце, в идеале все. Есть, там вроде бы как забежали вчера вперед и посмотрели, что якобы приобрести там один поршень или комплект поршневой невозможно. Не знаю, как это на самом деле, может быть это такой же двигатель, но стоит на Citroёn, на Peugeot. То есть сейчас вытаскиваем поршень. Показываем вам, смотрим сами. И потом самое главное у нас это решить, что делать дальше. Есть ли запчасти, какие запчасти, что будем делать, полностью, не полностью. Вроде бы как идет шорблок, то есть вот так в сборе. А ничего нету больше. Ну, посмотрим, что за поршень, что да как. То есть на пробеге 100 тысяч, то есть мы... капитальный ремонт, то есть пробки, делать не будем на нем. Так. Сейчас вот такую вот мягенькую штучку, чтобы вытолкнуть прям поршень. Застревает, не хочет идти. Может быть, его, конечно, перекосило. Не, пошел, все, вышел. Вот она, радость эта, из-за которой весь сыр-бор. И теперь смотрим. Вот, по эту сторону, с одной стороны трещина. Кольцо, кстати, зажато вот. Оно сейчас упиралось. И вот, видите, сквозная дырка туда прям вон, в камеру сгорания. Что послужило причиной на 100 тысячах подобному, даже в голову ничего не приходит. Ну, форсуночки, конечно, тоже проверим, потому что перегрева нигде не видно в двигателе. То есть также сейчас проверим все оставшиеся цилиндры, прокрутим на наличие задиров, на наличие хона. Вот, смотрите, то есть, если здесь без замков, то есть сломанные шатуны, то есть вот, если вы даже бросили, куда-то перепутали, понятно, что шейка оттуда, отсюда. Вот мы ее ставим и видим, что шейка не подходит, то есть вот зазор. И переворачиваем ее, раз, и она встает как летает. Смотрите, что обнаружили. Слишком стамули кольца. А, что? На поршне второго цилиндра пошла трещина. Вот здесь вот третьего еще сильнее, то есть пошла лопаться. И на первом там только-только стало начинаться. В цилиндрах все в порядке, ни задиров, ничего нету. Если поставить один поршень и поехать дальше, то, скорее всего, произойдет то же самое. Был такой случай у нас на HB 2.2 Santa Fe, тоже лопались. И тогда, то есть с предположением было, что комплект поршневой группы просто был бракованный. То есть он не выдержал температурного режима. Поэтому
поршня, эти меняться будут все. То есть, если они есть, то будут меняться все. Если же, опять же, нет поршневой группы, то это будет устанавливаться шорт-блок. Все дефектовали, подготовили, уже даже отремонтировали какие-то вещи. Вот. Блок уже все у нас полностью готов. Везде у нас с шейками, то есть с постелью. Все прекрасно. Будем менять сцепление, как говорили. Сцепление у нас новое. Луковское. То есть диск, корзина. Сейчас пройдемся по мелочам. То есть фильтр воздушный, масляный. Тормозные диски, тормозные колодки перед будем менять. У нас также есть, что здесь у нас есть? Вот такой сальник коленвала, оригинальный. Сальник коленвала у меня была горький опыт, когда я пытался поставить сальник без направляющей втулки и сальник портился. Вот. Сальник обязательно оригинальный, чтобы был направляющий. То есть также у нас по переднему сальнику точно такая же втулочка. Все, брали оригинальное. Алло. Да. А можно секундочку выйти на улицу, прям послушать запуск клиенту меняли, который вот сорянка. Че, мне уже не надо ничего слушать, я был у него только что. Нет. Только что все послушал, все, ничего не надо, записывается пусть. Я знаю, актуаторы, свечи накала меняли, да? Не пойдем на секунду, ну, там Леха, короче, меня этот... Какой Леха? Зачем? По этой тачке. Я выходил только что с ним, все послушал, все объяснил. Там гудит клапан управления турбины. Вот, я ему все объяснил. У нас прокладка клапанной крышки, сальники под форсуночки тоже в клапанной крышке, ремень ГУР. Шайбы под форсунки, болты длинные, короткие, толстые и тонкие. То есть два вида у нас. Так, здесь что у нас такое? Еще такое. Будут. Блять, ну я ж там был, а! Фу, ужас! Машина говорит. Заводилось хорошо, потом починили, что-то сделали там, и заводится плохо. Ну, HB, конечно, шина свечей накал. Продолжаем. Детали все подготовил, то есть все, что смог. Прокладки. Опять же говорю, я не специалист в этом двигателе вообще. Однажды давным-давно на 2.4 снимал головку, и что-то меняли там ось рокеров, что-то такое было. Это у нас прокладка. Прокладку, как заявил менеджер мне, их три вида. То есть там есть две риски, одна, две и три. То есть взяли среднюю на всякий случай. То есть, ну, это опять же менеджер взял. Вот она, раз, два. То есть это вторая. То есть в оригинале идет якобы три размера. У нас будет меняться выжимной подшипник. То есть он у нас гидравлический. Такая штука. То есть в нашем случае мы его там слушали прям... Разрывается он, бедняга, шумит очень сильно. И ремень основной приводной. Все будут ролики меняться. И, наверное, топливный фильтр. Да, топливный фильтр. Так, переходим теперь к самому главному. Просто так накинуть цепи или что-то выставить не получится. Не получится, для этого нужен выставить метки ГРМ кондуктор. Кондуктор можно взять как в аренду сейчас в Москве, так и можно приобрести. Ну, так как он стоит 2200 рублей, ну, как бы для нас это копеечки, поэтому взяли. Мало ли, что надо будет. Вот он выглядит вот так. Для установки ГРМ. Вот это у нас. Вот это у нас две штучки. Что там, защищать будете? Нет, там клиент утверждает, что ты 100% можешь на HB вытащить EGR. Ага. Не сломав его. Ну, смотря какой год, не знаю. Пойдем, от года. Ты ему расскажешь, это невозможно сделать на 100%. Что именно тянет? Ну, я не знаю. Сейчас, я иду. Вот у нас распредвалы. То есть вот у нас отверстия. Здесь, оп, вот так они вставляются. И также они будут вставляться у нас вот здесь, смотрим, смотрите. Оп, головочку.
Ну, то есть, я не знаю, хватит ли у меня времени и возможностей, но, скорее всего, мы вам покажем, то есть, как мы выставим. Так, теперь у нас дальше. У нас стал вопрос. Вопрос о том, что на Ford Transit по его ВИН-коду поршневую группу не купить. То есть ее нет. Идет шорблок. Шорблок стоит 86 тысяч, узнали. В наличии, пожалуйста, приезжайте, берите. Но так как этот двигатель устанавливается не только на Transit, еще он у нас стоит на Citroёn, на Peugeot, потом что-то где-то еще. Не знаю точно, не буду врать. Но, то есть, работал у нас один мастер, но у него боксер Peugeot. Взяли ВИН-код, и ребята по его ВИН-коду нашли поршневую группу. Поршня. Сейчас вам все покажу. Якобы, не знаю, не буду вам врать, не знаю, как это вообще все там у них происходит в этой какой французской, немецкой там теме. Короче, вот такую коробочку привезли. Привезли коробочку, на вид все китайское. Колечки, 4 поршня, все померили, все четенько. Тут, короче, такая штука есть. Вот, также здесь идет колечки. На вид все китайское, все упаковано. Но есть одна штука. Визуально все выглядит вообще просто бомба. То есть оригинал, все четко, вроде бы как вообще китайцами не пахнет. И есть вот такая штучка вот. Здесь приклеена какой-то непонятной китайской фирмы. Но если ее оторвать, то мы видим оригинальный логотип. Не знаю, зачем это сделано. То есть, вот, пожалуйста, вот он. То есть, это фирма, которая производит оригинальные поршня для Citroёn. То есть, ну, именно для этого двигателя. Вот наш оригинальный поршень. И на нем точно такой же логотип. И отлит он точно так же. Как правило, оригинал, не оригинал мы берем, и прям сразу отличие, то есть, отлив. Там на поршни, на коленвалу и так далее, так далее. То есть мы сразу видим, что это сделано криво, не точно, не глубоко, неправильно. То есть здесь прямо один в один. То есть и по циферкам, с другой стороны, у нас тоже отлив точно такой же есть на поршне. То есть вопросов нету. Токарку отдали, на всякий случай померить. Проблем вообще никаких нету, все. И хон во всех цилиндрах, все просто прекрасно. Отдали, и все, они нам померили, даже поршня вот уже пометили, то есть там четвертый, третий, куда какой. Вот, допустим, так, это у нас что? Это первый, куда все? Вот он, четвертый поршень. Вот он у нас поршень. Оп, заходит, то есть. Я собрал много моторов, бензиновых, дизельных, V8, V6, неважно, там, немецких, французских моторов. То есть этот собираю первый раз, я знаю одно, что чтобы быть спокойным, то есть нам необходимо, допустим, либо есть моторы, которые устанавливаются, там, ремень ГРМ по каким-то меткам, или цепь устанавливается, то есть у нас это будет кондуктор, который нам точно скажет, что все исправно. И самое главное, везде сейчас интернет прям просто заполнен. Я тоже буду как школьник собирать вот по такой книжечке автодата, то есть на мой двигатель, то есть есть вся информация. Момент затяжки болтов, больших болтов, коротких болтов, то есть там все указано. В принципе, разбирал я было очень несложно, то есть все продумано, все грамотно, все идет, как сказать, блоками такими, то есть нету такого, чтобы цеплялось одно за другое, то есть все встает очень просто. То есть, даже вот замечу еще раз, я второй раз сталкиваюсь, но вот это просто великолепная вещь. Я знаю, что она очень-очень дорогая. Это у нас постель рокеров с гидрокомпенсаторами, там внутри стоят у нас. То есть это прям вообще шикарная штука. То есть выставили распредвалы, цепи, потом просто кинули ее сверху. Закручиваем опять же с моментом, со своим шагом, и все, и вопросов не будет никаких. Ну все, если вам нужно видео, то пишите.